8 дней назад началась война. 8-й день. Российская Федерация напала на Украину. А вместе с Белоруссией, к сожалению. И сегодня, общаясь в социальных сетях, я вижу, что огромное, большое количество людей не понимают и не знают, что реально происходит в нашей стране. Тысячи погибших. Миллионы беженцев, семьи, которые оказались в очень сложной ситуации, старики, дети, бомбардировки городов, попадание ракет в муниципальные здания, в больницы, в детские сады, школы, разрушено очень много домов под Киевом, Чернигов, Харьков. Я призываю, прошу всех, кто находится в России, в странах Средней Азии, друзей, пожалуйста, не верьте всей той информации, которую вам транслируют, всей той пропаганде, о которой вам рассказывают. Это неправда. Пожалуйста, боритесь, не верьте, ищите источники достоверной информации, ее сейчас достаточно. Так как в ближайшее время интернет, скорее всего, будет отключаться и будет сложнее получать всю ту информацию, которая выходит из Украины и из других стран. Пожалуйста, выходите, призывайте, остановите эту войну и гибель мирных жителей. Спасибо.